Жителям области по телефону будут напоминать, что нужно заплатить за газ или прислать показания счетчика. В регионе начинает работать новый сервис для тех, кто использует голубое топливо. Подробности у Марии Агеевой. Система контроля доступа. Эту комнату так здесь и называют. Тайная. Сюда есть доступ только у 6 человек. На жестких дисках хранятся данные всех абонентов компании «Новатэк Челябинск». Главный программист Сергей Милованов уверяет, хранилище информации защищено от интернет-атак и от серьезных поломок. Например, в случае пожара автоматическая система за секунду удалит из комнаты кислород, чтобы огонь не распространился. Все услуги от писем на электронную почту до звонков абонентов проходят через этот центр. В наш век информационных технологий, сейчас вы сами понимаете, что гаджеты какие-то, то есть мы постоянно вводим новые сервисы, постоянно вводим новые услуги. Сейчас в системе вдвое увеличили число телефонных линий. Так можно будет не только принимать звонки, но и звонить самим, напоминать жителям о долге или о том, что нужно передать показания счетчика. Этим займется автоматическая система. А пока робот только принимает звонки. Он спрашивает номер лицевого счета и просит назвать данные счетчика. С теми, кто не доверяет автомату, разговаривают операторы. В среднем за месяц сотрудниками контакт-центра принимается от 14 до 16 тысяч звонков. Обращаются абоненты к нам с вопросами, связанными с перерасчетами по оплате за газ по временному отсутствию. Эта тема особенно актуальна в период отпусков. Передать показания счетчика, узнать, есть ли задолженность, можно и на сайте «Новатэк Челябинск». В личном кабинете абонента есть все данные о его платежах. Проверить счет и заплатить за газ можно за минуту, не вставая с места. Перехожу по ссылке «Ввести показания счетчика». Вот. Здесь уже все мои данные указаны. Мне достаточно ввести только показания. Да? То есть в этом плане очень удобно. В компании отмечают, что жители области все чаще обращаются к автоматическим системам для передачи показаний расхода газа и контроля за своими лицевыми счетами. Ежемесячно телефонный робот принимает 5000 показаний счетчиков. 53 тысячи человек передают показания через личный кабинет на сайте «Новатэка». Мария Агеева, Павел Клементьев, ОТВ.